Доброе утро, Приморск, город у моря. Сейчас май месяц 2022 года. Городок чистенький, умытый весенним дождиком. Малолюдный сегодня в начале традиционного летнего курортного сезона. Обстоятельства вынуждают менять устоявшийся уклад жизненный. Такое время неспокойное. Природа старается стереть серые будни и пытается как-то радовать своей чистотой. Майский дождик, в меру теплый и щедрый, обещает отблагодарить хозяюшек за весенний труд на огороде, порадовать хорошим урожаем. Сейчас уже лучок зеленый, петрушечка, укропчик, редисочка радуют глаз. Чистенькие улочки, ухоженные, а новые деревца стройным караулом украсили улицу словно модницы в беретах, радуются дождику. Для них он первый в этом году, ласкает бархатные листочки. Каштаны смирно и величественно наблюдают вокруг. Приморские ветераны видели все и знают все и обо всем. Ждут летнее солнышко, летнего зноя, потому что живительный тенечек только под их могучими кронами. Приморский городской сад, парк, такой ослепительно зеленый. Кустики, брызги шампанского, очень-очень красиво. В мае все новое, светлое, яркое, еще не поджаренное летним жгучим солнышком. Нет золотистой рыжинки, только зеленый тархун. Яркий и шипучий, как и сама весна. Тихо-тихо вокруг. Все замерло, словно в ожидании какого-то чуда. Но солнышко, как всегда, выглянет, улыбнется, и город оживет, зашумит повседневными заботами и буднями. Крошечка, городочек, жемчужинка у моря. Какой же он милый, уютный и теплый. Как утреннее молочко в кувшинчике. Так хочется, чтобы тебе повезло, милый наш городочек. А море какое! Просто разрывает сердечко. В эту пляжную пору уже должны быть курортные, но их, к сожалению, нету. Солнышко обласкало, обогрело водичку. Она прогрелась до 90 градусов, весело заплясал пеленгас на мелячке, на узвале, радуя рыбачков, манит хвостиком пеленгасий с моря, заманивая рыбаков. Рыбалка уже настоящая. Рыбалка, охота на пеленгаса, спиннингом с берега, настоящее рыбацкое счастье, рыбацкий рай. Но это уже совсем другая новая страничка, на которую непременно заглянем, если будет все нормально. Милая морюшка и городочек, грустная сегодня, плачут дождиком. Ждут всех домой, родных и близких, которых судьба разбросала, к сожалению, сегодня по всему миру. Но надеемся на благополучие и мир у себя дома. Это наш дом был и будет. До встречи у моря. Спасибо за терпение и понимание. С уважением, автотакт.